Национальный ансамбль песни и танца «Саяны» представит лучшие номера, объединенных в программу «Золотой фонд». 49-й подюбилейный сезон ансамбль «Саяны» откроет программой «Золотой фонд». В программу вошли номера, проверенные временем и любимые публикой – это «Извинящая нежность» и «Зеркала», а также будет показана и праздничная сюита. Произведение, созданное Константином Рассадиным в конце 70-х годов на музыку Ростислава Кендинбиля. Кроме того, зрителей порадуют такие номера, как уренхайский церемониальный танец, тоджинские зарисовки и тумат кыстар.